Сатнам, друзья, вот, хотел пригласить вас на наш ставший уже традиционным йога-интенсив, вот, который мы проводим 4 раза в год по особым дням, которые называются «Врата времени». Эти «Врата времени» открываются у нас в дни летнего и зимнего солнцестояния, а также в дни осеннего и весеннего равноденствия. То есть это особая такая возможность усилить результативность своей практики, вот, ввиду такого особенного статуса этих дней. Вот. И обычно, как правило, в эти дни мы проводим такой йога-интенсив, который условно мы называем ребёфинг, но на самом деле это такой спецкласс, который включает в себя крию кундалини-йоги и холотропное дыхание, а также специальную медитацию. Все вместе это дает нам возможность совершить колоссальный рывок, такой, не побоюсь этого слова сказать, квантовый скачок в своем развитии, в своем понимании реальности, в которой мы находимся, для того, чтобы быть в ней более эффективным и более успешным. Вот, постарайтесь, как сказать, не упустить эту возможность. Врата времени – это такая особая ситуация, когда мы можем выйти за пределы времени, и в связи с этим мы обладаем тремя очень важными возможностями. Во-первых, откорректировать свое прошлое. Вот, во-вторых, спланировать и реализовать более оптимистичное будущее, а также прикоснуться к вечному настоящему. Вот. И, собственно говоря, на самом деле практика так настолько интенсивная, что вообще позволяет открыть нам какой-то скрытый внутри творческий потенциал, обнаружить слабые, уязвимые места, на которые мы наступаем, как на грабли, в сотый и в тысячный раз, совершая ошибки. Вот. И особенность осеннего равноденствия заключается в том, что это прекрасная, уникальная возможность завершить все свои дела для того, чтобы уже больше не оставлять хвостов, чтобы не было к чему было бы возвращаться в будущем и таким образом открыть себе новое пространство для того, чтобы можно было дальше развиваться. И уже те семена, которые мы будем сеять, это уже более актуально для зимнего солнцестояния. Так что буду очень рад вас видеть на этом классе. Вот, ничего не бойтесь, никаких вирусов. Вот, сила саморегуляции, которая инициируется данным процессом, она настолько высока, что, в общем-то, может нивелировать все возможные негативные процессы, в том числе и на физическом теле, именно за счет усиления иммунитета, за счет большей сбалансированности всех наших уровней. Так что буду очень рад, если вы будете вживую присутствовать на этом классе. Но если у вас как-то не получится, то тогда в режиме онлайн мы точно так же будем параллельно проводить этот процесс. Так что 21 числа, 21 сентября в 19:00, это будет понедельник, вот, жду вас на этом интенсивном классе. Регулярность этих практик показала уже эту эффективность этого процесса. Так что можете смело приходить в открытом мире. Или если вдруг что-то изменится, то мы обязательно вам скажем об этом. Так что вот буду рад вас видеть. Так что сатнам и до встречи в понедельник, в день осеннего равноденствия.